Неприятный сюрприз союзникам. Именно этот танк в сентябре 1945 года на параде в Берлине не на шутку испугал западных союзников СССР. Почему премьера нового советского танка ИС-3 стала настоящей сенсацией? Сталин лично требовал, чтобы машина была неуязвима для орудий любых немецких танков и всех видов противотанковой артиллерии. Правда ли, что его появление помогло СССР избежать нового нападения? Уже летом 45-го года в отношениях между Москвой и Западом появились первые разногласия. И действительно ли конструкторские ноу-хау ИС-3 стали основой современного танкостроения? Осенью 1956 года один крупный британский военный журнал назвал ИС-3 самым выдающимся из всех современных танков. Не факт. В субботу в 11:40.